которые к моменту боя набирали там по 73 килограмма. Знаете, все-таки Мэнни Пакьяо любили, обожали и возвели в ранг легенды, конечно же, до боя, последнего боя с Маркесом. Но теперь, после того, как он восстановился, как он поднялся наверх и снова стал чемпионом мира, я думаю, что обожателей и поклонников прибавилось, ну, еще в разы столько же. Думаю, да. Тем более, что вот это двухсерийное противостояние с Брэдли, вот победа во втором бою была очень убедительна, хороша. Если в первом суде во многом, да, как бы помогли американцу, то во втором так я уже ему шансов не оставил. Много защиты со стороны Зоу Шимина сейчас, передвижений мало ударов. 视频前的你，如果在男性持久力勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信358163379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男。 做回自信的自己，记住微信358163379。 Да и зрители тоже, вы знаете, все прекрасно понимают, что олимпийский чемпион и так далее, но все-таки хочется же обычному зрителю, который приходит в зал, ему хочется драки. Как ни крути, хочется зрелища. Поэтому попадает. От пояса бьет. Да нет, ну во всех компонентах превосходит соперника. Мы в этом уже убедились. По ходу всего боя. Ну, еще раз скажем, что в дальнейшем так просто ему не будет. Ну почему ты решил отсчитать ногами? Попадает навстречу. Там был удар? Был, конечно же. Был жесткий удар, он просто успел зацепиться за... Падает, потянул за собой. И вот эта серия за гонгом спасает, да, тайского боксера. Зрители в восторге. Приветствуют своего кумира. Зоу Шимин тоже, но посмотрите, что у него над левым глазом. Там большая травма. И гематома огромная. Да. Закрылся глаз.